глаза на снимке оказались честными. Как отметила телеведущая Светлана Вольнова, отпадок на экстравагантные комплименты. Лучшее средство Владимира Роналду – это похвала его красивому телу, что, кстати, тоже комплимент. Шведу Мальбергу нужно понравиться также интеллектом и харизмой. Ну а Швайнштайнгер, как серьезный парень, любит, когда его слушается. Вполне вероятно, что барышни готовы попробовать собственные рекомендации и на практике. И, возможно, им представится такой случай во время чемпионата Европы. Ну и раз уж вернулись мы к чемпионату Европы, еще несколько смс и сообщений на нашем портале 3533, которые продолжают приходить. На фундаменту, действительно, мы говорим, будете смотреть или нет. И вот такая смс-сообщение в Сибири, матч транслировали в час 45.